И все это из-за двух царапин. Камеру мобильного телефона водитель Сергей Машкин включил, когда увидел в руках оппонента бейсбольную биту. Эту запись сегодня внимательно изучают полицейские. Все произошло на центральном проспекте Екатеринбурга. Сильный снегопад, гололед. В такую погоду аварий сложно избежать. Два автомобиля, нет, даже не столкнулись. Просто, что называется, притерлись. Но для владельца темно-синей иномарки это, судя по всему, стало невероятным ударом. Сначала он пригласил Сергея поговорить. Весьма настойчиво. Понятное дело, после такого приглашения выйти на улицу Сергей не рискнул, заблокировал двери и позвонил в полицию. Тем временем его собеседник горевал все сильнее и, видимо, совсем расстроившись, решил выместить злобу на чужой машине. Начал крушить авто, оторвал зеркало, после принялся со всей силы бить ногами по кузову. Сергей так и говорит. Это хорошо, что стекла в его автомобиле оказались на удивление прочными. Иначе в заявлении бы пришлось указывать не разбитые детали, а количество синяков. После того, как он немного угомонился и сел в свой автомобиль, я позвонил 112 и вызвал сотрудников. Приехал экипаж ГАИ. После этого я только смог выйти из автомобиля. Автохамом оказался 35-летний екатеринбуржец Петр Минеев. Полицейские уже выяснили, мужчина, что называется, злостный нарушитель, любитель быстрой езды. Его не раз штрафовали за превышение допустимой скорости. В деталях дорожного инцидента сейчас разбираются стражи порядка. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение. Сергей Машкин во что бы то ни стало намерен наказать своего обидчика. Мужчина уже обратился в суд. В ближайшее время владелец разбитого автомобиля проведет независимую экспертизу, чтобы оценить сумму ущерба. К тому же он потребует компенсировать и моральный вред. Павел Сидельников, Василиса Казакова, Евгений Арсентьев, телекомпания НТВ.